Ну что, всем привет, новый обзор. Архангельск на связи. Вот такая вот Графс Инк заправочка из Киева. Прислал мне опять же BIOS. Все три заправки, все четыре заправки даже, которые у меня были с Украины, прислал мне он еще полгода назад. Вот сейчас дошли до них руки, так сказать. Поэтому делаю обзоры. Видок красивый. Так что можно вот здесь вот на камушке заправиться. Эта заправка подходит не только для скизеров, как мне сказали, но и для помповых маркеров. Поэтому я вот такой молоток взял потолще, чтобы потегать на выезде. Так, это что, предохранитель? Как его достать теперь? Прям так заправлять. Надо, конечно, его достать, но мне нечем подцепить. Поэтому я просто я все уже в чернилах. Так, ну чё? Опа! Это что такое было? Прям выстреливают. Это нормально, интересно. Не хотелось бы, чтобы она вот так вот в чернилах где-нибудь выстрелила в кого-нибудь из друзей. Да, чернила нормально абсолютно проходят через помповый маркер. О, но льются сбоку. Ну, это, наверное, уже с маркером какая-то беда. Не знаю, попробую потегать, может, нормально все будет. Если что, в какую-нибудь тэшку просто перелью. Так, ну и сразу скизер заправлю. Стандартный дриптик свой, как всегда. Еще непонятно, что это такое, если это предохранитель, зачем здесь дырка? Если для того, чтобы заправлять, то так это неудобно. Какой-то бред. Весь маркер уже в чернилах из-за этой дырки. Ну, надеюсь, писать будет нормально. Немного танцпол приукрасит. Пиздец, да, здесь отфоткают, ты охуеешь. Приукрасил танцпол, блядь. Танцевать будешь на танцполе?
дубафит, конечно, очень быстро, но место там пиздец. Песни нет. Там место хорошее. Ну не, они же еще хотят это все равно, я так понимаю, рухоп какие-то ебать. Можно было бы. Ты сама сечка, блядь. На ухо. Нифига, iPhone 4T. Ты мне очень быстро разбираешь. Че, это наизусть помните все? Слушай, я смотрел его за 4 минуты. Ты? Да. 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 Я первый раз посмотрел его в 16 лет. Я, короче, с одноклассницей ходил в театр. Мы вышли из театра, типа, зашли в ларек на Петроградке. Или на Петроградке, не помню, короче. И в ларьке, короче, купил там воды, типа, что-то, шоколадку. И ко мне просто синий чувак подлетает. А я в пиджаке был, типа, рубашки, там, брюки. Сзади. За плечо меня берет такой, типа, Я говорю, что? Ты вообще так на брата похож. Я говорю, какого брата, блядь, типа, на твоего, что ли? Он говорит, че, дебил? Я говорю, в смысле? Ты ему нет, спортсмен. На брата похож. Я говорю, бля, на какого брата, типа? Ну, а я, знаешь, типа, мне 16, я как бы такой, что думаю, че, блин, отхуярят меня хоть, что ли? А там, ну, такая рама нормальная была, пьяная. Я говорю, какого брата там такой? Давай, иди, типа, отдыхай, короче. И мы все, типа, выходим, я говорю, че, типа, и одноклассник говорит, бля, в натуре похож, типа. Я говорю, ну кого, типа? Ну и она мне говорит, типа, ну ладно. Течь начинает, сука. Она говорит, ну ладно, приходи, типа, завтра в гости посмотрим, типа, ну, по фильме с твоими. Ну вот мы у нее посмотрели, я такой, типа, бля. Ты трахнул ее? Нет. Она такая, так я с братом трахаться не могу. Попался. Течет спутка по краям. Смазал. Смотри, это мой писюн. Такой же, кверху, типа, ну, толстый, здесь уже не важно.
Ты будешь макарон, да? Так и живем. Я залил в такой трансформер мотовский. Они как бы проходят, нормально пишут, но сочится краска сбоку от пера, поэтому я решил, что надо, короче, слить. Потегал раз 5 и запачкал все руки уже в краске. Поэтому солью сквизак. Главное, что попробовал, что помпа пропускает чернила. Если что, заправлять можно. Просто с помпой не очень повезло. Поэтому добью все в сквизере. Был еще такой толстый, но толстый тоже порвал. А здесь особо нет таких перьев. Сейчас я в Уфе. Это вообще выбор небольшой в магазин. Так что остается только мой верный дриппер. В общем, чернила пишут, ничего плохого сказать не могу, как бафиться не видел, выгорают ли на солнце тоже не знаю, потому что ну везде тестирую сейчас проездом в разных городах, по тегалу уехал, тегать можно, вроде нормально, хорошо, плотно пишут, на теге сами посмотрите в видосе, сделайте уже свои выводы, в помпе проходят чернила, просто с помпой не очень повезло, поэтому перелил, а так всем йоу, до нового обзора.